Городское отделение МВД России приглашает на службу полицейских. Сегодня в правоохранительные органы требуются сотрудники патрульно-постовой службы, водитель дежурной части, специалист группы тылового обеспечения. Вакантные должности могут занять физически подготовленные молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие службу в рядах вооруженных сил, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, обладающие положительными личными и деловыми качествами. Сотрудникам МВД предоставляется ряд льгот, включая компенсацию за наем жилья, бесплатное медобслуживание, ежегодный проезд к месту отпуска и другие льготы. По всем вопросам можно обращаться в отдел кадров или по телефону 27 6 19.